Привет, друзья! Снова с вами дневник Самоделкина. И сегодня будем производить высадку грибов. Сейчас покажем, как непосредственно привязываем эти мешки. У нас тут есть за что подвязать. Ребятки, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Мы вас очень любим, дорожим вами. Привет, друзья! Снова с вами дневник Самоделкина. И сегодня будем производить высадку грибов. Вернее, они уже посажены в мешки, просто их подвяжем. Покажем, как это делается правильно. Наш подвал. Для начала удаляем старые блоки, которые остались от первой высадки. Они уже свое отслужили. Просто их достаем. Они смогут послужить в дальнейшем как удобрение, подстилка. В принципе, выкидывать их нецелесообразно. Оставляем. Ну, вот наши старые мешки. Сейчас мы их просто обрезаем, они нам уже не нужны. Сейчас по пару мешков и выносим. Потом следующее. В принципе, вот это проделаем со всеми остальными грибами. Сейчас это все выкидываем, выносим, освобождаем место для новых блоков. Ребят, теперь делаем отверстие. Отверстие делаем просто ножом в шахматном порядке. На расстоянии, ну, попугай, делаем здесь, 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 ну, и так далее. Просто протыкаем в нужных нам местах. И так делаем с каждым мешком, который потом подвешивается в подвале. Следующим мешком повторяем то же самое и со всеми остальными. Потом уже прорезанные мешки вешаем на веревки, чтобы они были приподняты, чтобы крысы, мыши до них не дотянулись. И в принципе все, ждем урожая. Повторяем эту процедуру и со всеми остальными мешками. Снимать это не будем, в принципе понятно, все просто. А сейчас это делаем и покажем уже готовый результат. Сейчас покажем, как непосредственно привязываем эти мешки. У нас тут есть за что подвязать. Это, в принципе, не суть, можно что-то свое придумать, крюки какие-то, еще что-то. Поднимаем его сантиметров, ну, наверное, 10 от пола. Просто, чтобы мыши не достали. У нас был просто плачевный опыт. Когда мы сажали мешки, просто на землю ставили, подвязывали просто для той цели, чтобы они не упали. Мыши прогрызали целлофан и полностью все бы потрашивали оттуда. То есть в итоге оказались пустые, были большие потери. После того, как стали подвешивать воздух, проблем этих не стало. Поэтому советуем, ну, как бы пользоваться таким же опытом нашим, чтобы вы не попали так же, как попадали на мышь. Сантиметров 10-15, ну, в принципе, чтобы мыша на задних лапках не достала. Да, начнет от камня грызть, чтобы такого не было. Просто чуть-чуть приподнять над полом, основанием бетона. Ну, в принципе, дальше показывать чуть-чуть не будем. Сейчас все повесим и покажем уже готовый результат. Ну вот, ребят, мы повесили наши мешки. Если видно, кое-где у нас мешки в два яруса получились. Просто взяли в этот раз несколько больше блоков этих. То есть они просто не влезли в той последовательности, в которой были до этого. Теперь мы поставим увлажнитель сюда. Поставим обогреватель, который будет поддерживать заданную нами температуру. Ну, на этом, в принципе, будет и все. Ребят, ну вот мы и поставили обогреватель наш. Обогреватель, увлажнитель. Сейчас покажем, как грибы уже развились. Просто они уже недельку у нас висят. Сейчас покажу, надеюсь, будет вам все это видно. Видите, они уже побелели. Вот эти места, вот именно бактерия, ну, активно начинает развиваться. Потом они как доразовьются, и в дырки начинают вылазить непосредственно грибы. Они были черные, там шелуха от семечек. Сейчас уже побелели, если видно. Ну и вот наша чудо-система. Опять же, видно, не видно. Сейчас попробую подсветить. Сейчас подсвечу. Вот так у нас поливалка работает. Наш обогреватель. Ну, он уже сейчас выключился, тепло тут. В принципе, и все. Теперь остается только ждать урожая.
Ну что, друзья, это видео, на этом мы и закончим. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, не жмитесь. Надеюсь, вы не жадные ребятки. Нам они помогут, вам не трудно. Всем пока, до новых встреч, делитесь с друзьями. До встречи! Ништяк получилось. Огонь, да? Красавчик. Я такой. Ладно, пока, ребят. Ребятки, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, мы вас очень любим, дорожим вами. До встречи! Ништяк получилось. Огонь, да? Красавчик. Я такой. Ладно, пока, ребят. Подписывайтесь и ждите следующее видео, не пропускайте.